Hey guys, в нынешнем YouTube мы продолжаем проходить игру под названием Iron Ion Fury. Мы дальше едем с вами в этом лифте. В next location. Нихера, подожди. А, все нормально. Так, ну так как карту нам сразу не покажут. Плохо, что эти стекла, но их нельзя сломать. Так, сразу новые. 8-1. Поехали. А вы откуда взялись? Точно не через лифт вышли. Походу здесь есть проход. Угу. Но это как раз лифт, которым сломан. А, это один и тот же лифт. На, через непробивашку стреляешь. Да, видите, то есть они не агрессивны, когда я нахожусь не на их территории. Ну, короче, вы поняли, я буду теперь кар... Хотя я мог использовать в натуре маячок, хотя тут маячок фиг найдешь еще. Один у ящика, второй здесь. Да, блядь. Пошел вон. Worthless consumer models. Не работает. Волшебные толчки. О. Ну, короче, работник хорошо. Ну, короче, работник месяца. Так, а это странно. Видите, по цвету у этого такой зеленоватый оттенок сверху. Значит, они открываются. А все остальные, значит, открываются. Вот эти не открываются. Ага. Рекомендуется резко не, ну, не вбегать в последний момент, чтобы тебя не прищемила дверь. Почему фотка мигает? О, подожди, то есть такие моментики можно даже ломать. То есть, короче, как я понял, я нажимаю, и я могу успеть забежать в комнату. Короче, прикол понял. Смотрим по участке. Здесь мне нужна красная херовинка. Thank you.
Я думаю, можно во все поиграть подобные игры. А мне это не сожрет херня. Time to redecorate. I hope the doctor likes red. Так, у меня есть представление того, что сюда можно запрыгнуть. Так, закрытая дверь, но тут есть люковая часть, куда я смогу залезть. Так, вот это плохо, отсюда могут роботы летящие повыходить, как я понимаю. Так, красный, значит, не пропустят. О, летающий херовинка. Так, там чувак за компьютером сидит. Двое стоят с дробовиками, один здесь. Здесь просто кусты. Так, как я понимаю, мне по-любому туда входить, чтобы открывать двери, да? Да. Я просто внимательно пытаюсь осторожно действовать. Да, чуваки. Я вас всех видел. О, нифига там. Это как раз пулеметный участок, да? Блин, туда можно попасть? А если я хочу? Ключ от редко. Блин, я думал, это как раз тот самый люк. Ну ладно. А теперь нас снова не снабжают ништяками. Так, там еще летающий херуин. Хорошо, что он закрылся. О-о-о, чувачки. О-о-о, там еще летающий херуин. Вылетай. Domo arigato, мистер Робото. Да какого черта? Так, подожди, я, получается, с этой стороны открыл. Привет. Что ты ждешь, пока тебе дверь открою? Карты. Вот, видите, то есть они заспавнили сразу, и он знает, где я нахожусь. Потому что он уже летает около этого участка. Это немножко раздражает. Я могу, как вариант, просто
для большей безопасности самого себя пойти через вот этот участок, так как они будут смотреть, по сути, в обратную сторону. Теперь я знаю, для чего пулемет нужен. Против таких вот чувачков. Ау, подожди, то есть это один и тот же путь. Хм. Метан. Белый лед. MSG. Productions. Пытка, не пытка. Любой урон может быть для меня смертельно опасным. Не хочу рисковать. Так, а я тут был? Да, я тут был. Ух ты ж, блядь. Блядь. Ох ты ж, ёба. Вот что он делал. Ага, я могу через верх пойти. Это я как раз актив... А, я карту просто подобрал. Окей. Давайте наверх попытаемся. А, отсюда, походу, как раз и вылез этот чубрик. В смысле, я туда не могу попасть? Но туда можно как-то попасть. Оно, походу, не здесь. То, что со мной говорит чувак, который... Летающий башка. И он за этой дверью, это плохо. Хэндэхоу, хэндэхоу. Нихера, их оказалось двое здесь. Так, я пойду за броней сбегаю и отхилюсь там как раз. Не зря я гамбургер оставил. Да, броня у нас отличная. Нашел обратно ту самую хорошую. Ну, мы уже поняли то, что лучше по всему подтоптаться. То, что отображается. То, что это может стать ключом. Чем бы то ни было. О, видите? О чем я говорю? Лучше потоптаться, везде полазить. Но зато мы таким способом с вами... О, секретки находим, как нихер делать.
Туда-сюда, и секретка уже наша. Блин, а я тебе, чувак, освобождать как бы не очень хочу. Ну ладно, типа выбора у нас не так уж много. Да, что мне накидали этих? Ништяков, у меня эти уже нишаки забрали все. В смысле? Нахер вы делаете решетку, которая прокрашенная, которую нельзя сломать? Там есть проход. Ни хрена себе. Я просто хотел кинуть мину, отойти и выстрелить по ней. А я не думал, что она при этом взрывается-то. Чё-то новенькое для меня. Ами-ами. Ну, получилось только в натуре вниз. 601. Что 601? Давайте, наверное, лучше палку. Мне нужно теперь 10 брони. Ладно, не отсюда. Так, статус. Мне туда по-любому, да, заплывать за карточки. Ау. Эй. Странно, что они сами себя не взрывают. И как они вообще сюда проникли, если я дверь закрыл? Чуваки, тут как бы дверь закрыта, а не открыта. Ну ладно. Пользуются багами игры. Ну да, получается, больше там ничего нету, да? Хотя у меня костюма дыхательных этих нету. Так, а что я получил? Красную ключ-карту. С помощью красной ключ-карты мы можем открыть участок, который у нас находится на той стороне. А там, я думаю, сейчас будет... Ух, жопа. Если идти, то лучше идти так, чтобы было осторожно.
Потому что у нас еще врагов довольно много, кстати. Ну, не сказать, что пипец много, но все же. Как бы то ни было. Так, что, чего нам ждать? Раз чувак, два чувак. Только трое? Роботи. О, я что-то наклацал. Наклацал на секретку. А так мне будет окон, да, бить? Я понимаю, что это прикольно, но это для меня это вообще не прикольно. Что ни хера себе меня как взрывают. Так, а там что, новое оружие какое-то? Это походу зелеными ракетами, да? Походу, что так. Так, подожди, может там еще секрет есть? Хотя на самом деле я даже не знаю, сколько здесь секретов, поэтому. Меня смущает, что это за пчу. Ладно, нет, на такой лучше дробовик использовать. Или нет? Так, я не хочу, чтобы меня лазеры прикончили. Хотя я просто мог через этот перелезть. Ну, ладно. Как говорится, это уже дело второе. Ч?
что-то рескинс, какие-то новости. Блин, вот эта херня самая опасная. Пока что. Не, если брать из еще более опасный, то скорее всего робот. Ну, робот, знаете, на самом деле такое, потому что... О, какая-то рука. Так, мне нужна желтая карточка. Ох, ты ж е-мое. Меня дамажит? А, это двери такие. Так, а в чем вот это прикол? Типа я отсюда мог их отстреливать? Походу, да. Так, в печь можно, походу, залезть. Двое ждут меня. Что за херня лазит? Или то молния бьет, типа? Да, прикольно, я бы нажал, но пока что, думаю, нужно с этим придержать. Давайте попробуем. А, окей. Мне даже не дамажит он. Ой, что это? На лифт. Слушай, я не понял, а... Get me soul. Я подумал, это... О, здрасте. Так, ну по сути все. Что я здесь смог обнаружить? Вон еще какая-то комната есть, где электричество. Может, там еще с другой стороны был проход? Да нет. Походу нет. Я тут что-то заметил, как что-то как будто. Ладно. Погнали тогда дальше. На нас там ведут. Я услышал роботов. Это ни хрена не роботы. Блять, что такое?
Сейчас, о, вот это я вот видел. Я помню, что когда я шел, что-то увидел. Блять, я тебя сейчас палкой ударю. ХП за удар он мне снес. What the fuck? Короче, я понял, а ну-ка. Пять выстрелов с дробаша. Ну, пистолет, я думаю, не стоит проверять. Если дробовик впритык. Кф, блять. Если дробовик притык, только наносил. Imagine the future, 'cause you're not in it. Да, главное голову снести. Это жопа. Это он отсюда вылез, этот чувак? Красный камешек в натуре, красного носящий. Ну ладно. Давайте пока дробовиком приди. О, так это как раз эта территория. О-о-о. 6 секретов я не нашел. Бля. Да, я думаю, навряд ли их уже найду. Типа я уже все облазил, что мог, в принципе. Но где-то все еще 6 секретов. Хотя давайте радар используем, мы же один нашли. Так, один здесь секрет. Опа, стоять. Ой, я про этот забыл уже, что у меня есть. Пулемет. Кстати. Ни хрена. Я про тебя, чувак, уже забыл. Надо было пулеметом сносить все и все. Давай я еще один использую. Так, на той стороне, короче, да? Он говорит, что где-то в этом участке. Ну ладно. Да, пришлось два радара потратить на то, чтобы ничего не получить. Ну
ладно, хотя бы с одним разберемся. Что вот это за место? Я просто хожу, все кликаю. Так, подожди, а туда можно залезть, кстати? Окей. Короче... Плевать. Что смог найти, то смог найти. Блин, ну если верить чувакам, то по идее в конце там как раз должна быть еще была секретка быть. О, да ладно. Походу, вот это как раз секретка и была. Куда-то едем. Как-то мало противников, не находите? Ну, пусть будет пока девятка. Давайте, если что, я объединю, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.